Здравствуйте, друзья, вы на канале SimRacing From Zero, с вами Борис. Ну что, ребята, репетиция начинается, то есть, как бы, репетиция, не репетиция, а, как он называется, лотерея. Тут, ребята, нужно обязательно словить слепстрим, иначе тут время не показать. Если... Ну, показать, но сейчас будет веселуха. У нас есть 5 минут. Срочно нагонять впереди идущих и показывать хорошее время, иначе квалификация здесь чрезвычайно будет важна, поскольку здесь обогнать кого-то, догнать, там, оторваться, это вообще из разряда фантастики. Поэтому слипстрим нужен обязательно. Так, все, слепстрим. Ну, этот дурачок впереди. Не понимаешь, здесь не нужно ехать по кратчайшей траектории. Место лишь 9. Ну блин, ребята, ну я сейчас 4, вот они в квалификации показывают. Пятое место. Шестое место. В таком драфте это вообще просто красота. Чё, псина, а? Такая вот лотерея.
Ах ты. Так, шестое место. 56.2. Ну, это, конечно, тут слепстримы. Слепстримы не дали хорошо как бы проехать нормально. Ой, это наш, с которым мы вчера боролись, он показал лишь 14 время. Ну да, интересно будет. Тут надо будет как бы атаковать быстро и в слепстрим заходить впереди идущим. Иначе тут пятое место. Три десятки ровно. Три десятки ровно, то есть 56.5. Мы даже без дрифта могли, ну, без драфта, в смысле, могли быстрее проехать. Но, понимаете, мешает. Тут надо, повезет тому, кто, вот если чувак первый выехал, за ним ты пристроился, и он очень быстро. Вот тогда ты можешь на что-то рассчитывать. А иначе этот мне 8 тысячных проиграл. Сейчас начнется такая тут мешанина. Да, лотерейка так лотерейка. Наш Улан на втором месте. 34 тысячных он проиграл всего. 34 тысячных секунды. Ну, 56.2 это время топ-десятки. Это ну что ж, топливо жжем, на последний старт, все у нас нормально. Удачи, удачи, сейчас нашему напишем удачи, этому Улану. Улану удачи. Кубок нации все-таки за Россию бьемся, будем биться, так. Лишь 14-й чувак, он как вчера показал одно время, 56.8, 56.7, так и сейчас, а мы показали 56.5. Вон сколько 56.5. И британец, и 56.7, 56.7. Ну, довольно интересно таки будет. Сейчас будет. Конечно, тут шансы на победу есть, но они минимальные. Тут надо стартовать с двойки, с тройки, с первой, чтобы это, чтобы иметь хорошие шансы. Ну, главное, чтобы там, ну, впереди могут замеситься, кстати, тут тоже. Ну тут не оторваться ничего никак не получится, поэтому тоже своего рода лотерея. Так, 7.15, попросил будильник завести. Так, внимание, друзья, представление стартовой решетки. Мы на пятом месте, да не так и далеко. Все газуют на первом месте. Коко Анто 64, 56.2. На втором месте россиянин Улан. Проиграл 34 тысячных секунды он ему. Значит, на третьем месте испанец Black Zell 56.2. Тоже 3 тысячных секунды он проиграл. Очень быстро. Ребята ехали втроем впереди, видимо, на четвертом месте. 235. И вот мы на пятом месте проиграли 3 десятки ровно. На шестом месте британец. Он проиграл мне лишь 8 тысячных. Очень плотно. Ой, невероятно плотно. На седьмом месте Magic британец. 353 тысячных. Лишь 45 тысячных. Проиграл впереди стоящему. На восьмом месте Зозикава из Венгрии. Испанец опять какой-то тут проиграл уже довольно много. Полсекунды для этого круга короткого. Это очень много. Киумба из Италии. На 11 месте поляк проиграл 578 тысячных. Это уже пропасть на этой трассе. На 12 месте британец, он 603 тысячных проиграл. На 13 месте Меренде 82 проиграл 640 тысячных секунды. На 14 месте вчерашний наш соперник по тренировке проиграл 670 тысячных секунды.
Скоя 777 проиграл 750, это уже очень много, на 16 месте NRW Sonic проиграл 80 из Германии, он на 17 месте у нас еще один TMR Senna из Франции. Он в прошлой гонке на Кубке Нации хорошо ехал, в Кубке производителей не помню, на 19 месте. Это у нас голландец, в секунду, и на 20 месте швейцарец, секунду и 3 десятых. Очень много он проиграл. Так, внимание, здесь нужно еще хорошо стартовать. Жалко, что мы стартуем с... Так, мы выбираемся на четвертую позицию. Так, все, теперь только драфт. Здесь ребята глупости не будут делать. Прежде на четвертом месте. Лишь в 0,4 секунды мы вот лидера, россиянина Улана. Называется здесь «Хрен отъедешь». Естественно, не отъедешь. Тут борьба будет просто невероятная. Колесо в колесо. Блин, отыграли одно место, но тут же упустили его. Другой чувак контратаковал, он, видимо, по широкой зашел. Такая толкучка, это вообще. Диковато, конечно. Надо следить за теми, кто сзади, кто спереди. Но попытка атаки сейчас будет. Ну ё-моё! Меня вытолкнул. Испанская рожа. На шестое провалились. Сейчас я тебе, испанская твоя морда, отомщу. Пес.
Мини-хаус, ага. Да вы что творите-то, а? Цы, блин, а? Да уж, лотерея так лотерея здесь. Наш лам по-прежнему лидирует, это хорошо. Все, они вновь сели в этот. Панца нужно наказать. Пёс, блин. Ну капец, на 10-е место. Блять, пошёл нахуй, пёс, блин. Вот это зачем я это делал? Ну все, 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 все. 13-е место. Ёпарасоте, а! Ой-ой-ой-ой-ой, 14-е. Подумай, а. Кошмар. Очень обидно. Просто жесть. Да, одно место отыграли. Ой, какой кошмар, а. Какой кошмар. Конечно, нам не выехать никуда теперь. Разработчики, видимо, решили поугарать. И сделали такую развлекуху. Ну что, ребят, британец что отъехал? Да ну нафиг. Улана затолкали. Улан долго лидировал у нас.
Все просто жесть как плотно. Просто жесть как плотно. Упс. Упс, 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 упс. Пролезли. Испанец. 8-е место. Я тебя доберусь. Ух ты. 4. Сплошная веселуха. Свое законное 5-е место бы вернуть. А я мы на 5-м месте, да? На 6-м. На 6-м. Я не икею. Там секунда от лидера это всего. Так, испанская харя. Да вы чё, ребята, куда вы все, блядь, пролезли на? Весело, весело, вообще просто огонь. Да это просто какой-то, ребята, капец. Как тут выиграть, я не...
драфтовать и уезжать просто от другой группы, но это нереально. Да вы что творите-то, блин? Да вообще. Три круга до финиша. Вообще капец, ребята, просто капец. Обладателя пола сместили на 6-е место. Главное не дать испанцу выиграть. Он какой-то охреневший. Что ж вы псы делаете-то, а? Сейчас тут полетят бошки. Да это капец. Надо быть такими дураками, блин. Ну и что это было сейчас? Мы, блядь, нормально боролись. Твою мать, а! Ну еще сейчас этот, блядь, приедет. 17-е место. Ага. Кошмар, просто кошмар. Просто кошмар. Взять в последнем повороте вот такую херню сделать. Ну чё, псина? Семнадцатое место. Охренеть. О! Дебилы. Да, ребята, ну это что за гонки такие? Мне такое, не знаю. Еще одну проехать. Такого дерьма больше не надо. 17-е место. Вся машина вон искоцанная.
Ну тут видите как, блин, чистые заезды. Вот так вот запинают, а что тут поделаешь? И провалились на 14-е, вырвались опять там, чуть ли не на 3-е там. Ладно, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем до встречи, всем пока.